Всем привет! И с вами ваша любименькая Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда Задрищенского района. Приветики! И это очередная веселенькая распаковочка посылочек к сайту AliExpress. Не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки, а также писать ваши добренькие комментарии. Я читаю все. Ну а вначале очень хорошая новость. Девочки и мальчики, дяденьки и тети, дружно скажем огромное спасибо Наташе Сердюковой, которая прислала ссылку на магазин, где были вот такие вот замочки. Угу. Но, к сожалению, сейчас вот этих вот замочков, вот таких вот суперзачетных, нет в наличии у продавца. Ссылочку я оставлю там, где есть замочки. Там есть другие замочки, но именно вот таких замочков там нет сейчас. У продавца, я так подозреваю, просто супер зачетная фурнитура для изготовления украшений. Я там уже заказала одной девочке проволоку, потому что девочка увлеклась плетением из бисера. Но я в этом магазине сделаю еще заказ соединительных колечек и еще чего-нибудь. И мы дружно ждем, когда появятся вот такие замочки. Сегодня в группу я еще раз добавила ссылку вот там, где эти замочки. Но еще раз повторяю, именно вот таких замочков, именно вот таких, сейчас в наличии нет. Поэтому, чтобы быстрее появились, я всем, кто заинтересован в таких замочках, предлагаю дружно написать продавцу, когда они появятся у него в продаже. Я ему уже написала, и он мне даже ответил. Несмотря на то, что я прекратила все международные связи, то есть я перестала переписываться с продавцами, это очень много времени отнимает, вот эта вся переписка. Но этому продавцу я написала и спросила, когда у него появятся эти замочки в продаже. Он написал, что где-то около 15, ну, в общем, 2 недели надо подождать. Но это написал один человек. А если ему напишет хотя бы 10 человек, то он уже, конечно, поторопится и будет понимать, что данный продукт будет иметь спрос, и нужно, чтобы он появился в магазине. Поэтому я вас очень прошу написать этому продавцу и спросить, когда у него появятся эти замочки. Зайдите в группу, там можно скопировать картинку из ленты, если кто-то не может вытащить эту картинку с AliExpress. Если кто-то не умеет, можно вот из группы ВКонтакте это сделать. Ссылочка на группу ВКонтакте тоже всегда есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Ну а теперь веселенькая распаковочка. Вот какие хорошечные у нас теперь будут украшения. Вот накупит Марья Ивановна такого, потом вам может покажет. А то что делать-то, что-нибудь делать-то без замков хороших. Поставишь, соберешь все, а потом все, вон, негодное становится. А тут такая фурнитура зачетная. В общем, заходите, ага, заходите, пишите продавцу, чтоб побыстрее добавил к себе в магазин такой товар, ага. Лайки и дизлайки не забыли поставить, а комментарии добрые написали, нет ли? Напишите, а то плакать буду. Ну что, посылок сегодня не только чтоб густо. Уж что выросла капуста. Вот тут уже чую, еще щетки приехали. Ага, точно. Так, одна открылась. Одна вот такая черная. Девочка одна заказывала такую черную. Чтоб, ну, она такой, чтобы черная серая больше. Вот такими зигзагами. Говорит, лучше такими чистить, когда с зигзагами. Вот есть прямые, но сейчас тоже, ой, зигзагами берем. Эти щетки просто чудо. Чудные, диво-дивные. У меня на канале есть видео, как избавить луковицы гладиолусов от плесени. Посмотрите, кому интересно. Вот там вот все вот эти щетки. Они мягкучие-премягкучие. Этими щетками можно ногти чистить, украшения чистить. В общем, этим щеткам применение просто, ну, невообразимое просто. Вот куда что почистить захотите, если б не поцарапать, то вот эти щетки, это прям вот оно то, что самое, то, что надо. Но, к сожалению, продавец такой молодец, раз туды твое, туды поднял цену, но них, агась. Покупала по 60, по-моему, 8 рублей, сейчас подороже немножко стали, но щетки зачетные, не только для зубов, плюс приходят вот в таких вот штукенциях. Девицы, красавицы, рукодельницы, мотайте на ус, вот в таких-то вот тубах можно. Чё хранить? Спицы, а еще чё? Так что, вон, 2 в 1. Получили щетку и еще такой контейнер для хранения чего-нибудь. Ага. Поехали дальше. Дальше. Серенький шуршачий пакетик.
шуршучный. Парим-пам-пам, папарирам. Ландыши, ландыши. Слава Майя, привет. Так, опа, опа, что это такое? А это зажималки. Не те зажималки, про которые вы подумали. Зажималки для простынок. Вот такие вот, а. Угу. Так, надо вам с ним видео снять, чтоб кто не понял, как ентим пользоваться, поймете сейчас. Посмотрите. Вот такие зажимы подходят только вот для таких матрасов, у которых есть вот такой вот краешек. Для других матрасов они не подойдут. Берем, выравниваем простыночку. Красота, да, постельное белье, да, у дочери моей. Ну какая же красота. В любимом Васильке брала, обзорчик есть у меня на канале. Он прям королевское постельное белье. В общем, берем вот этот зажимчик с любой стороны вот здесь. И вот так вот ныряем. Вот так вот, чтобы показать, чтобы видно. Вот так вот зажимаем, вот здесь вот так вот туда, оп. И потом вот так вот заводим. Оп, все. Все держит. Все. Ничего никуда не уедет. Все будет на месте, будет держаться. Даже если вот так вот сильно потянуть, все равно держит. Можно хоть с края, хоть с каких-то краев, но единственное, что, конечно, ограничено количеством вот этих вот зажимов. И я могу сказать, что вот эти, они одни из самых лучших, потому что здесь они такие прорезиненные. То есть не просто пластмасска, а все-таки прорезиненные. Поэтому вот эти вот гораздо лучше. Есть подобные просто пластиковые. Я считаю, что вот эти лучше всех. Была бы еще другая цветовая гамма, было бы просто супер. Так что вот так вот. Посмотрели, все для вас Мария Ивановна сымит, покажет. Ага, сейчас посылок мало с Алиэкспресс, потому что огород у меня. Не огород, а цветовод. Сад, полисадник. Это, розариум. В общем, смотрите мои видео про цветочки. Кто цветочки сажает? У меня всегда много всяких идей, полезных советов. Я просто генератор мыслей, понимаете? Идей просто, генератор идей. У меня в голове столько всего, что просто это просто взрыв атомный. Иногда бывает, как что-нибудь придет в голову. Надо же с народом поделиться. Так что смотрите все мои видосы. В каждом видосе есть полезные советы. Так, дальше. Дальше-то не забывайте про конкурс у меня на канале. О, конкурс-то продолжается. Кто сколько буковок уже нашел, напишите в комментариях. Не какие буковки нашли, а сколько. Поехали дальше. Еще один пакетик. Так, что-то тут какие-то непонятки. Так. Непонятки. Вот, вот. Вот как раз для саду, для огорода. Ага. Вообще продается для того, чтобы делать искусственные цветы. Но у Марьи Ивановны-то в голове всегда другие мысли. Вот такие вот штукенцы специально взяла. Вот так из них такие скобы делать. Вот так вот. Эти. Вот кто смотрел последнее мое видео с огороду? Вот, можно зажимлять хоть горшки, хоть еще чего. Вот такую вот штуку, чтобы делать из них, понятно? И она вот так пластиком обработана, она ржаветь не будет. Поэтому взяла цельную такую упаковку вот таких вот зажимухах. Зажимухах. А они в магазине стоят какой-то вообще фантастиш, дастиш, и то просто железюки. А эти с пластиком обработанные. Так что мотайте на ус мои все сказочные идеи. Следующий такой пакет. Ой, отслеживался этот пакет. Мария Ивановна, как поназакажет. Как поназакажет всякого. Что потом... О, забудет. О, как. А что это так? То упаковывали, как хрустальную вазу. Ем то опять вот эти иголки, булавки. Вот их, вот их, вот их, вот. Вот их, где они? Где они у меня? Их куча, мула. Уже показывала, мне их надо миллион. Вот. Три упаковки, ем-то четвертый. Все, больше пока что не заказываю. Уже показывала. Одна такая упаковка на Озоне, 35 штук, 1000 рублей стоит. На Алике 190 с копейками. Для чего нужно, уже показывала. Ну, еще раз покажу, кто не понял. Вот так вот, смотрите, вот так вот. Вот так. Опа! И ничего не падает. Видали? Вот. Брошечка, ховрошечка, сережки такие, вот. Все золото, бриллианты, да, 585-я проба, не хухер-мухер. Брошка тоже золота, с натуральными камнями. Видите, трясу, трясу, ничего не падает. Угадайте, почему? Потому что вот на таких булавках, вот. Тынкстыриды-тынск, понятно, да? Уже показывала же я. Вот, спрашивайте, хоть бы кто показал. Да хоть для чего, понимаете, зажимуха. Зажимуха, вот, зажимка такая, вот. Видали, вон?
вот так вот бэмс, вот так вот бэмс, и вот что-нибудь прижимать, понимаете? Вот всяким людям для всякого разного рукоделия, а еще что, безделия, надо вот такие штуки, понимаете? Были бы штуки, а куда их применить-то всегда найдется. И тут вот он там, вот, видали, вот, на прижимухина, вон, на булавках, вот так вот, эть, и вот так вот, иге, опа! Ой, брошечка-хаврошечка, моя любимка, рябинка, ой, моя любимка. Так, ну что, тут все разобрались с этими булавками, булавками, пиявками. Так, сейчас соберу, чтобы никто не обкололся. Сейчас моя помощница мне все соберет. Золушка. Золушка моя. Ой, держи, Золушка моя. Ой, ой, Золушка моя все соберет, все помажет мамке. Ну что, последняя посылка на сегодня. Что-то там, что-то, непонятное что-то. Одну посылку лишнюю нам почти дали. И семейка пришла, хрумстящий пакет. И семейка пришла, 4 посылки, а выдали 5. Все мои, все на Марью Ивановну. Так, приклеен, вот. Кощеева смерть опять лежит, ага. Ой, вся какая-то ляпучая. Вот, наконец-то фиолетовые крючки прилетели. Ты посмотри-то, что это такое? Ой-ой-ой-ой, вот такие вот крючки. Уже показывала, я бы их еще 10 штук купила. Вот у ентого продавца они дешевше всего. Ой, фиолетовые тоже красивые очень. Сейчас покажу вам, сравню. Погодите минуточку, внимание. Сейчас все покажу, разницу всю. Смотрите, то такой крючок. Видали он диаметр какой? Меньше магнитик, видите? Эти мы сначала брали самые дешевые. Но они-то, понимаете, вот они дороже стали. Вот обращайте внимание, чем больше диаметр, тем сильнее вот эти магниты. Вот вам просто покажу сейчас. Черные, фиолетовые и синие. Ой, чтобы вот вы разницу, вот цвет. Цвет зачетный вот у этих фиолетовых. Но мне, конечно, черный больше всего подходит. У меня вытяжка на кухне черная. Я уже показывала, я на ней балык вешаю. Балык есть, рецепт у меня на канале. Там уже вот раньше на веревке вешала, теперь он так на крючки вешает, так гораздо лучше стало. Всякие там ложки-поварешки, всякие. Все, что надо, все на них и вешаю. Вся вытяжка в этих крючках. Угу. В общем, вещь в хозяйстве просто безмерно полезная. Вот эти вот самые крючки. Кстати, кто не смотрел мои ювелирные обзоры, посмотрите. Да, много всякого интересного там показываю. Вот, может быть, сниму вам все-таки обзор бижутерии, но уже не знаю, обещать не буду. Собственно, а на этом-то сегодня все. Распаковочки конец. Кто смотрел, тот молодец. Кто лайк поставил, супер-пупер. Кто комментарий написал, вообще the best. Но кто 2 комментария написал, тот просто человек года. Кто 3 комментария написал, ну это вообще просто человек вселенной. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, понимаете, чем больше пользы для меня, тем больше я вас люблю. Все, всем пока-пока.